Согласно приказу главы администрации самоуправления, мобильный пункт по тестированию на COVID-19 в Висагенесе будет оборудован на Тейкос-15 в здании бывшей детской поликлиники. Организовать работу мобильного пункта поручено поликлинике. Координатором назначена ее руководитель Виолетта Делене. Мобильный пункт, в котором все висагенцы смогут сделать тест на COVID-19, когда у нас откроется? И сначала хочу поправить вас. Не все висагенцы, так как было объявлено, что все желающие, пожалуйста, заходите. Так нет, так не будет. Этот пункт работает только для тех, которым назначено через линию 1808. Регистрация – это по телефону или интернетным путем. Пункт у нас открывается так, как мы всегда желаем самое лучшее, самое быстрее для наших делать. Вот и самоуправление подключилось, и мы, и министр приказ дал, и обязаны как можно быстрее открыть. Открываемся, стараемся, думаем, что уже завтра откроемся, но теперь идет самые подготовительные работы. Нужно, чтобы интернет складно работал, и работники были обучены, одеты, и много очень думали, все палатки делают. А нам как-то жалко своих людей, решили, что можно использовать вот это здание, оно теплое. Вот нашим пациентам, жителям города, зимой, если будет холодно, не надо будет стоять в палатке, ждать своей очереди. Просто в тепле зайдет, выйдет, и работникам нашим будет легче. Ну, мы так решили. Советовались, думали, тут такая напряженная работа идет, вы не представляете. И вот конкретно вам сказать, как будет, как я утрудняюсь, так как, еще видите, названия нету, табличек нету. Все работы, таблички делаются, ремонт идет, мы обучаем своих работников, подключаемся. Вот теперь самый разгар у нас работы. Надеюсь, что завтра уже будем работать нормально. Надеюсь, что не будет неполадок, но как будет, увидим. Но температурная клиника у нас по-прежнему работает? По-прежнему, и теперь побольше пациентов. Каждый день где-то 4 есть. Но там без никаких проблем. Уже налажена работа, работает. Доктор, сестричка берет мазки, кровь берем, больных принимаем. Дополнительная информация о работе мобильного пункта и регистрации пациентов будет предоставлена в ближайшее время.